Привет, народ. Это следователь Ганс. Опять отошел я немножко от улицы Турку, где ролик про развал, где фонари горят. Я снял ролик про развал, где фонари горят. Два фонаря горят, остальные не горят. Трава пострижена. На самом деле, ну как бы потрачены деньги, но из того, что потрачено, там 10 миллионов или какой-то там бюджет, то 9 своровано, 1 потрачен, ну и нахер не нужно эту траву стричь. Люди, у людей здоровья нет уже, и ну и свет не горит. То есть явно там нечисто. И вот дальше иду, администрация Фрунзенского района, снимал я про нее несколько роликов. Как и все администрации, никчемное место, никто там даже не находится. Вы попробуйте записаться на прием. И почему вас там записывают, например, через месяц? Запишут через месяц, так это потому, что там их нету. Вот он придет через месяц, какой-то заместитель начальника, и скажет, ну вот я ходил, например, в Рос, там, говорю, собаки везде гадят. Ну, правда, должно быть место, а места нету. Он говорит, да и ладно, как бы. То есть ему плевать на все, но они у него там где-то живет, он в доме каком-то с отдельным заборчиком, там не гадят. Но мы ходим, где отдыхаем, там собаки гадят. Ну то есть живи в говне, а он будет в золоте жить. Ну это вот конкретная история, могу ее с утра до ночи и рассказывать. Сейчас что я хотел интересно показать, вот правая часть, верхний этаж, там прокуратура. Туда тоже ходил, жаловался, что дом наш обкрадывают. Ничего не помогли, как обкрадывали, так и обкрадывают. Ну, немножко на грамульку стало меньше. Ну и... Потому что наказания нет, на грамульку. И потому что, наверное, ну, меня испугались, сурового Ганса. Так, и вот сейчас, смотрите... Свет там не горит. Что я хотел сказать? Я все время хожу вечером как раз, там 11 вечера, 12, и свет горел там. И я такой спрашивал у людей, что там свет горит? Они говорят, ну вот, они же работают, дежурят. Ну а сейчас, видите, они не дежурят. То есть получают эти огромные зарплаты, квартиры. Квартиры они получают не в тех домах, в которых вы, вонючих, живете, в этих хрущобах, которые снести нужно, а в новых. И они не работают. Ну, идем, конечно, приходишь, они не работают. И ночью. Но ночью должен быть дежурный. Про то я говорю, что там два окошечка должны светиться. И они светились раньше. А сейчас они полностью болт забили. То есть дело совсем не в деньгах. Нет порядка. Полный развал. В общем, вот это я хотел вам показать. Как я понял, нужно показывать элементарные вещи. Народ ни на что не врубается. Ну, может быть, он уехал. Кто он? Один, два там человека на дело. Может быть, уехал, но вы же не знаете. Где-нибудь на каком-то сайте было бы это отражено. Я думаю, нет. Просто забит болт. И днем, и ночью этот дежурный нахер все послал. Если надо, покопайтесь, мне и так все ясно. Пойдите, поспрашивайте. Я им все говорил, говорил администрации, что от вас толка нету. Писал на бумажке, этим говорил в прокуратуре, что когда приходишь, что есть устное обращение, что должны записать. Но они наглые, тогда он не стал слушать. В общем, такое вот дело неприятное. Ну, надеюсь... Исправится это с помощью добрых людей и смелых. Это был ролик о администрации Фрунзенской Санкт-Петербурга, прокуратуры, где не светятся окошки, потому что там никого нет.